Ксюша. Лира. Тарас. Тарас. Почти. Вот эти. Тарас. Короче, будет Тарас. Лиля. Ксюша, Лиля, Тарас. Вот и все. Давай. Мене звати Катя. Мені взагалі 18 років, мене звати, ну, Катя, або називають мене Канарейка, або Аватаром. Канарейка, тому що коли нап'юсь, тоді співаю. Аватаром, тому що я завжди синя ходжу, як аватар, от і все. Заспівати. А можна я хоча б, це мінус включу? Ні, не давай так. Я не змогу без мінусу. Ладно. Ти не простила мене, я більше не напишу. А, нужно искать ее, ведь не... Знаете эти песни? Конечно. Хобби. Кроме того, что Півчанська выпить, шампе выпить. Но я сейчас Півчанки не дуже пью, больше водяру пью уже. Коли ты п'яна, ты яка? Ну я не знаю, типа, я потом на следующий день просыпаюсь, я говорю, какая я была, вот и все. А что рассказывать про тебя, что ты робиш, коли ты? Что я буйна, плююсь на людей, оказывается. Я ще такого ж не помню, что я... А что ты делаешь в цьому промежутке до вечера? Просто катаюсь на машине вместе с Димкой. А кто такой Димка? Это типа мой хлопец. Ты бухаешь со скольки лет? С 14, после того, как я узнала, что я неприемный родитель. Куда? Смотрите, меня самая родная мама, когда родила, так и бросила. Да. В роддоме. Папа и мама жили когда-то вместе. Они взяли нас с Настей, потом они расстались. Потом у мамы появился отчим. У папы появилась девушка, Марина, которую я так ненавижу. Нас взял сначала папа, а потом уже, типа, у них какая-то ссора произошла, забрала нас мама. Обеих? Да. И а потом, когда у отчима умерла мама, нас, короче, отправили к папе. Я очень сильно пожалела, потому что папа там клялся, обожился, что у нас не будет. А меня папа, знаете, как бил? Очень жестоко бил. Настю не бил, меня бил. За вырванный листок, знаете, вот это, листочки, блин, тетради, 96 листок. За каждый листок. У меня когда-то, помню, 89 листов не было. И папа мне 89 раз у меня. Я такая сыня худая. 89 раз? Да, 89 раз меня папа у папы каждый день бабы менялись. Я не успела к одной привыкать, она уже вторая подходила, как вторая подходила. И вот уже четвертая подошла. Ты сейчас очень расстроилась чего-то. Ну потому что Марина, блин, подошла. Да она, блядь, вот и все. Потому что она постоянно выгоняет меня с квартиры. Что мне делать? Она ну, меня... Мама знает об этом? Конечно, знает. Но когда я вижу... Ну, блин, я чувствую просто, что типа... Ну, ты делать? Вот и все. Да. Сильнее. Она меня взяли, вот и все. Они меня туда взяли, вот и все. Я думаю. Я сейчас живу с папой, папа уехал вот на дачу, и, ну типа я думаю, я мне туда взяли, если, ну реально, типа, папа с мамой вместе жили, они развелись, они туда нас брали, вот и все. Я хочу привлечь маме и папе внимание, что я есть вообще-то, что я, ну, не знаю. Я, если пью, значит, посмотрите на меня, что хотя бы я существую, если я пью. Сколько раз мусарки было? 20 раз, наверное, если не больше было мусарки. Да, миллион раз, наверное, было там. А, у меня нет судимости, но хотели судимость сделать. А за то, что я, блядь, девку нечаянно. Ну, честно, я была тогда пьяная, просто вот и все.